Приветствую всех зрителей и подписчиков канала, а также гостей для просмотра данного ролика. The Bass у нас на канале. Обновилась карта Кастанай. И мы сегодня ее посмотрим. Вот, появился новый маршрут, по нему прокатимся. Но кроме всего этого, блин, и обновился монитор. Я перешел на ультра широкий формат. Вот как, блин, все это будешь видеть. В принципе, да. В принципе, нормально. То же самое, что вижу я. Окей. Блин, у нас дождь. Нам нужно номер маршрута есть. Поехали. Значит, так, пин у нас какой? 0773. А, линия 27. Номер 1. Погода не очень. Прокатимся, посмотрим карту. Следующая остановка – автовокзал. Довольно большая карта, не знаю, сколько по времени на ней ехать. Но мы проедем ее всю. Блин, дождь, конечно, не очень. Погоди, я музыку плохо слышно. Блин, скани, зеркала так высоко, капец. Следующая остановка по требованию. Так, что у нас по маршруту? У нас отправление 12.03, мы прибыли в 12.02.
страшного, я думаю, мы все равно где-нибудь... Следующая остановка – комбинат железобетонных изделий. Напоминаем, что за двух и более человек проезд оплачивает первый. Блин, да, не нравится мне это сканер зеркала расположен. Я думаю, блин, мы еще где-то подзадержимся, там впереди будет просто. Следующая остановка – Академия. Да, и, кстати, на бете, которая, ну, бета-версия доступна для общего тестирования, скажем так, эта карта не идет. Еще есть карта Инсбурга у меня. Ну вот, я думаю, что ее мы тоже как-нибудь прокатим, но вряд ли сегодня. Потому как эта карта большая, пока мы ее все объедем. Так, заходим, заходим, давай, подождем, не стоим. Сейчас мы заедем в зону, блин, где одни светофоры, там и время быстро это потеряем. У нас, в принципе, мы идем с опережением 2 минуты, это не страшно. Блин, на хом включается этот. Режим фото, фоторежим, а у меня на хом пауза стоит в этом самом в ОБС. Поехали. Следующая остановка. Второй подъем. Уже 2:06. Блин, и главное все без зонтов, понял, да? Thank you.
Ну вот, уже по расписанию. Дочь, конечно, тут круто сделана. Давай, давай, дамочки, дамочки, заходим. Долго светофоры горят. Поэтому я говорю, здесь все опоздать, как нифиг делать. Вообще, конечно, разработчики, блин, обещают типа экономику, точнее обещали, но это такие разработчики, которые не любят выполнять свои обещания, скажем так. Забрасывают проекты на полпути. Это не первый их симулятор автобуса. До этого еще я знаю, как минимум, пару. Но, к сожалению, те симуляторы так до конца и не довели до ума. Довели, сказали, типа, мы бросили все силы, блин, на этот сим. В итоге это тоже только, типа, мы там баги, фиксы какие-то придумываем, исправляем ошибки, но это настолько чушь, если честно. То, что как бы нужно делать, не делается опять. Ну, я думаю, что они просто опять же забросили этот сим. И тупо прикрываются тем, что они якобы что-то там правят. На самом деле ни хрена они не правят. Да, движок новый, да. На новый движок они перешли. Я им не верю, честно. Стоит ли покупать игру? Блин. Ну, если любишь автобусы, наверное, да. Потому что на сегодняшний день это графически самый красивый сим. То, что здесь больше ни хрена не делается, то, что хотелось бы увидеть в этом симуляторе. Ну, по мне это так, потому что никакого дополнительного контента я не вижу. Ну, блин, маршруты они там что-то добавляют, вроде как добавляют, опять же.
А мне лучше Кастанай покатать. Какие-то модовские карты посмотреть. Вообще экономику сюда надо. Экономики очень не хватает. Следующая остановка — гаражи. Хотелось бы не просто проезжать, скажем так, а ну, иметь какую-то экономическую составляющую, какое-то развитие. Я уж там не говорю, конечно, сюжет. Наверное, игра не про сюжет. Но про экономику это точно. Остановка — 8-й микрорайон. Уже с опозданием идет. Но я говорю, что опоздание будет. Мне нравится, как карта сделана. Я вот даже смотрю, блин, на этот асфальт. Я, блин, понимаю, что мы... Ну как, мы, конечно, за границей. Но мы за своей за границей. В Казахстане, блин. Так, ну давай, надо немножечко ускориться. Так, резко сильно не тормозим, не дрова везем. Хотел сегодня позаписывать побольше, но дела были с утра, потом поехал за новым монитором. Пока приехал, пока подключил. Да что-то замотался сегодня днем, если честно, подустал даже. Блин, успеем мы сейчас на светофор проехать или нет? Долго, долго горит, конечно, красный, блин.
Ну что это за тормоза такие? Там он еще придурок идет на красный. Ну поехали, поехали. У меня-то нет возможности стоять. Заднюю дверь только выходит. Блин, по-моему, телефон. Следующая остановка 31-й магазин. Пожарка какая-то случилась. До магазина, работа по магазин за покупками. Графика на ультрах стоит, конечно. В принципе, такие фризы пережить можно. Я по бетку пытался покатать, которую карта не идет. Там вроде не было такого. Ну, блин, видишь, я еще катал ее без записи, поэтому... Ну, как бы это вообще не так страшно, как это было раньше. Следующая остановка... Инженерно-экономический университет. Так да неплохой сим, грамотно все сделано, все круто, удобно очень там. Поехали. Ну вот экономики не хватает. Поехали. Что в этот ряд залез, блин. Здесь-то у нас что случилось? Ну я только что похвалил сим, алёха. Нам на автобусе, блин, ждать некогда. Ты идешь? Ты долго идешь, да? В следующий раз я уеду. Остановка улица Строительная. Ну, как бы знаков-то, конечно, нету по приоритету, да, кто имеет преимущество. Вот
здесь есть что главное у нас. Что-то типа частного сектора такого. Блин, перецеплялся вот этот монитор. А, видимо, провод ушки зажал, чтобы он мне прям не тянется туда, куда мне нужно, чтобы он тянулся. Следующая остановка. Налоговое управление. О, страшное дело. Пацаны, мы на главной. Заплати налоги, блин, и спи спокойно. Ну, фига, там вон повыходили. Много человек налоги пошли платить. Ну, а эти уже сели без денег, уже налоги оплачены. Братишка. Так, опять стоим. Но мы опять же на 2 минуты впереди. Че он там бежит? Идет? Нет? Видимо, нет. Следующая остановка. Так, как же в салон нормально людей. Себе стол прям на дороге. Наверное, тут же фок есть, да? У него зеркальца вот это вот, я прямо вообще не вижу. Если так, то руля не видно. Блин, а подвигаться назад тоже такое себе решение. А
что они на красном сидят? А, стой, я понял, я не строю. Я думаю, что они едут, блин. Ну, просто я не знаю, как в Казахстане. У нас таких светофоров нет. У нас, если секции, да, блин, все лепится на один светофор. Там потом как хочешь, так и разбирайся, так и понимай. А тут прям отдельно светофор поставили на поворот. Ну, не знаю, не знаю, не знаю. Блин, ну, ков, конечно, хотелось бы увеличить, так бы габариты проще чувствовать. Вот, смотри. Да, в принципе, можно, конечно, так камеру поставить, но чтобы баранку было, да, хотя бы немного видеть. Там получше ощущается. Блин, что-то у нас сегодня на маршруте, то налоговая, то таможня. Страшный маршрут. Привыкнуть надо, короче, к этому монитору. Ну, блин, мне нравится, очень круто стало видно. Блин, ты не видишь это. У тебя обрезанная картинка, чтобы не было черных полос снизу. Так, свалили с остановки, блин. По-моему, по прошлому маршруту, когда мы катали, мы здесь тоже ездили. Мне прям это место вспоминается. Интересно, кто-нибудь пустит в ряд или нет.
камеру, видишь, все как надо. Даже, по-моему, можно переключать. Нет, да? Блин, а где я переключал где-то? Ну, значит, не в этой игре. Так, желтый загорелся. А что было? А кто в меня въехал? Ну, стой. Ну да, нужно автобус. А восстановить его никак нельзя. Блин, ну по-моему мы приехали. Так, погоди. Блин, ну короче, я как-то... Я восстановил, я не знаю, мне надо здесь останавливаться. Да, мне надо здесь останавливаться. GD вокзала на следующую остановку нас куда-то перекинули. Ну, раньше такого не было. Ну, это что касается, типа... там баги исправляем, там все дела, ну вот это для подтверждения о том, что ну, вот, ребята исправляют баги. Лучше б не исправляли. Машины как исчезали, так и исчезают. Но зато у нас как бы на другое это время у нас нету то, что мы обещали сделать. Но мы зато все исправляем. Ну, понятно, к автору карты вообще никаких претензий, он туда абсолютно ни при чем. Как бы карта-то отличная. Но у меня почему-то теперь поздно загорается типа место остановки. Ладно. Это не важно, нам-то важно проехать и посмотреть. Будут заходить еще, нет? Я маршрут конкретно скинулся. У нас вот здесь ТД вокзал, Радуга. Ну ладно, мы-то в принципе сейчас поедем по маршруту до конца. Глянем карту, скажем так. Да, игрушку надо допиливать, но вряд ли когда-то ее допилят прям до ума, до хорошего такого, чтобы экономика появилась, там. Какая-то карьера, компания или там, я не знаю, что-то в этом роде, но не будет этого. Так просто взять, покататься, да, можно, но косарь 200, по-моему, она в Steam стоит на данный момент, не знаю. Это прям на любителя так. Просто взять, чтобы прокатиться по маршруту. По сути, без цели. Ну, как бы цель одна, да, проехать маршрут. Если кто видел там видео у меня на канале, там, Турист 2 симулятор, там хотя бы развитие какое-то было. Было интересно. Ну а здесь ты прокатишься по маршруткам, ну и все.
хотя что еще ждать, да, от симулятора автобуса, блин. По сути-то, да, нужно только катать маршруты. И просто маршруты можно катать с интересом, при этом развиваясь, а можно просто катать. Но по графике я еще раз говорю, что на сегодняшний день это самый графичный тим. Опа, вот так, да? Там еще и вам ясно. Никто не пропустит. Будем в наглую влезать. Ну да, 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 да. Все верно делаете, товарищи. Ну вот опять же, господа разработчики, да? Может, вам логику как-то транспорта, вот этого трафика попробовать изменить? Я говорю, этому разработчику доверия никакого. А ведь могли бы сделать клевый, качественный симулятор. Все же для этого есть. Вот уже половина сделана. Доведите до ума и все. Навигатор наш потерял, короче, нас. Когда мы перевернулись, все. Переместили нас. Почему-то не там, где, блин, маршрут проложен, а просто на остановку вперед. При этом маршрут никак не засчитался. Мы теперь едем без маршрута. Ну, в смысле, как по маршруту, но... Просто знаешь, да, куда ехать. А если, допустим, я не знаю, как он учитывается сейчас, что мы по маршруту идем или нет. Но, по крайней мере, на навигаторе теперь все желтое. Вместо того, где должен быть оранжевый путь. Ну, это вот, опять же, все это как бы... адресовано к разработчикам. Вопросы есть. В игре вопросы есть. Я ее не удаляю, слежу за обновлениями. Даже вроде как бы она и обновляется. Ну, там, запускать каждый раз после обнову смысла нет. Тут она, я не знаю, сколько обнов прошло, но как бы, вот я запустил после нескольких обнов. Ну что по сути? Да, по сути, нифига. Мало что поменялось. Thank you.
Ну что, сколько мы тут еще будем стоять, тупить? А у нас, смотри, у нас микрорайон Радуга стоит, прибытие, да, остановка. А мы уже дальше едем, по-моему. Да, нам не засчитывает, что мы туда приехали. У нас уже время 12:43. Да, короче, мне после восстановления надо было развернуться, уехать обратно, подъехать к той остановке, там опять развернуться. И дальше продолжить по маршруту, тогда бы, наверное, считалось. Вот так вот, да. Он это заметил, да, ну перестал нам, естественно, остановки объявлять, тоже скрипт-то не срабатывал. Вот красно-белое. Наверное, знаменитая пятерочка, блин, на каждом углу это красно-белое. Давай карту посмотрим, где она вообще. Так, у нас следующая остановка. Остановка кондитерка. И потом конечка. Что я могу сказать, ну я не знаю, я, блин, по-моему, я последний раз играл в нее на 3060 карте, может, на 3060 Ti, на 2070 супер точно я ее запускал первый раз, и там мне приходилось колупаться с настройками, потому что фризы были, ну тогда игра только вышла, блин. Вот прям я ее покупал, прям вот когда она выходила. Ну понятно, что там фризы, там может быть и были. Может, потом это и исправляли. Сейчас, конечно, у меня железо совсем другое. Ну как бы могу сказать, вот играю на ультрах. Возможно, подправили разрабы, возможно, просто потому что у меня обновился компьютер. Фризов больше нет. Вроде как в каждом патч-ноте они пишут, что типа там улучшена стабильность, производительность, да, там на другой движок они даже перешли. Ну, возможно, возможно, я не спорю. Мне почему-то кажется, что стало лучше, потому что я просто обновил себе комп уже давно. Просто игру эту давно не включал. Так, ну и у нас получается конечка.
Так, ну мы тогда что, здесь вот так вот парканемся? Получился маршрут. Ну блин, автору карты, конечно, хочу сказать огромное спасибо, что делаются вот такие вот моды, по которым интересно покатать. Что касается самой игры, блин, ну я во время поездки в принципе все высказал. Вот. Поэтому на этом будем заканчивать. Мы же, если кому надо, пожалуйста. Ну вот, будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Пока. До новых встреч. Тоже скамеечка, да? И здесь скамеечка, и здесь скамеечка. И дождь начался. Вот, ладно. Всем пока.